Всем привет, дядь Юра дает прогноз на матч первого тура группового раунда Лиги Европы «Спарта-Лиль». Статистика команд. Спарта в последних 10 матчах 7 раз играла на обе забью «да» и 9 раз на тотал «больше». Спарта не проигрывает в последних 14 матчах. Лиль в последних своих 10 матчах 6 раз играл на обе забью «нет» и 6 раз на тотал «меньше». Лиль не проигрывает в последних 7 матчах. Как видим, в последних играх Спарта играет очень результативно. Лиль больше тяготеет к низовым матчам. Обе команды выступают успешно в последних играх. Спарта после 6 туров возглавляет чемпионат Чехии, выиграв все матчи. Лиль идет первым в лиге 1 после 7 туров. Лиль очень надежен в обороне, пропустив только 2 мяча в 7 матчах лиги 1. Спарта наоборот, очень результативно, 20 мячей в 6 матчах. Боки фаворитам ставят гостей на этот матч, считая, что он должен быть низовым. Сложно отдать предпочтение, что возьмет верх, надежность обороны гостей или мощь атаки хозяев. Все же с учетом того, что Спарта играет дома, можно рискнуть поставить на вариант «обе забьют да». Лиль давно не пропускал, но при этом забивал практически в каждом матче. Спарта и забивает, и пропускает, поэтому «обе забьют да» имеет неплохой шанс на заход. Что до победителя, то здесь можно рискнуть взять не проигрыш хозяев за хороший коэффициент. Из связки ставок тотал больше обе забьют до 1х, самый высокий коэффициент стоит на тотал больше 2.11, на обе забьют до 1.89, на 1х 1.85. Как видим, на все предложенные варианты коэффициенты лежат достаточно близко. Вариант с тотал больше самый рискованный, хотя очень заманчивый. Вариант с обе забьют до можно признать самым сбалансированным. Он и коэффициент имеет неплохой, и неплохие предпосылки для захода. Вариант с 1х смотрится также достаточно оптимистичным. Все-таки 2 шанса из 3 в такой ситуации это приличный гандикап. В таких ситуациях логично брать золотую середину, которая в данном случае является «обе забьют да». Но у вас может быть иное мнение на этот счет. На этом все. Дядь Юра верит, что у вас все получится. Всем оптимизма и удачи. Будьте здоровы.